Всем привет, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Хинтман 12, и это день признания в любви, и без Стерлинг, еще Марина Игнатова и Саша, это Sims 4, и мы играем в Sims 4. Научные исследования дебатов нам надо изучить, потому что мы работаем учителем, а работать учителем, в смысле, она же, Лина на домашнее задание не проверила. Ну, жалко тогда все. Ну, скажет, извините, я забыла проверить домашнее задание. Все, значит. Ой, сейчас выгонят из работы-то. Подожди. Все, она вернулась. Сейчас, пусть идет проверять домашнее. Что это? Нездоровая пища. Да ладно, я... Подожди. Сделать счастливым. Все, понимаешь, все. Она полностью неизвестная личность. О, у него iPhone. Так. Все, теперь. Запланируйте общественное мероприятие. Давай. Так, ничего не может быть целевым событием, кроме вот этого. Окей. Ну, мы туда еще отправимся, не бойся. Так. Так, званый ужин, вечеринка с танцами. Вот. Давай. Марина Игнатова, потом гости. Все гости, кого мы знаем, придут к нам на домашнюю вечеринку. Все, потом исполнитель. А нам не нужен исполнитель, нам нужен бармен. Спец по кейтерингу. А что за кейтеринг? Это готовник, да? Ну, это очень плохо. Игнатов, все, поехали. Нормально. Домашняя вечеринка. Кейтеринг. О-о-о, как красиво-то. Чего вы решили? Промахнулась. Опять промахнулась. Понятно. А ты знаешь, что русалка села на шпагат? Вот я и думал, что, что русалка, я не знаю, русалочка. Делать предложение. Это будет наш лучший муж, наш... О, мы так долго этого ждали. Так, сейчас надо просто сохранить. Сохранить как? Я просто не знаю, как свадьбу проводить, так что... Ну, я вот не знаю, как свадьбу проводить просто. Все. Вы, наверное, не знаете, но у нас нет мусорного бака. Так, смотри, еще раз сохранить как, потому что мусорный бак это просто без него никак.
Свадьба, целевое событие. Так, молодожены, гости. Все, все гости, которые у нас есть, все 14-15 человек. Все, которые есть, вот 15 человек. Окей, спецпакети. Ну, смотри, значит, твоя лилиха вот это вот, и какой-нибудь из вот этих вот, и спец по кикетерингу, Макар, давай Макара, окей, все, дальше, музей, парк, бар, ночной клуб, коктейль-бар, вот, резиденция Игнатова. Все. Никто с нами не пошел. А там тусу уже устроили. Отмени свадьбу. Ты видел? Они в окно церемонию смотрят. Ты посмотри. Почему так мало гостей у меня в доме? Торт не приготовили. Опять что-то сожгла. Что с ней происходит? Все, изи. Лучшая свадьба. Хоть на ней много чего произошло, все осталось грязное. Кто-то сгорел. Кто-то горел в этой свадьбе. Что-то сгорело в этой свадьбе, но все равно. Это лучшая свадьба. Так, смотри, значит, вот сюда, вот все. Игнатова, Келаха. Все. Сумма перевода. Ноль. Я не буду переводить все. Все, теперь у нас есть новая семья. Ой, Марина и надо оба. Во, потасовки на районе. Ой. Первая брачная ночь. А зачать ребенка. Выключи, а то авторские права придут и все. И больше ничего не будет. Подожди, мы это взрослыми делами занимаемся. К нам пришел молодой Мейки Аки. Не. Давай зачем ребенка? Уф. Пум. Пром-пум-пум-пум. Пром-пум-пум-пум. Пурум-пурпум. Пум-пум. Пурум-пурпум. 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 Пум-пум. Пурум-пурпум. О, все. Плевать.
Да давай я, значит, смотри, как сделать, то есть. Вот эти вот две вещи удалю. Вот эти вот тоже удалю. Вот эту тут. Продаю вещи, окей. Все. Все. Смотри, сейчас, значит. Не спи. А, понятно, окей, допустим. Нарады. Все, видишь, все. Наряд раздеться. Я случайно нажала раздеться. Я случайно. Я случайно это сделала. Плохо кончится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Повышение. Уф, наставник. Так, это декан. Что такое? Кто такой декан? Что? Это весь мир. Ты чё, дебил? Быстрее беги домой, быстрее беги. Весь мир у ваших ног. Это что за картинка? Кошмар. Странный сон, в котором голубой желтый призрак в очках сделал ему предложение. Кошмарный сон, дуэт растерянности. Чего? Домашняя работа. А зачем тебе наушники капельки? У меня вот нет наушников капелек. Мне они нафиг не нужны. Так, я сделала ДЗ. Все, я сделала ДЗ. Сейчас дождемся. Хотя. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Ребенок будет в следующей серии, потому что в этой серии мы поженились, а в следующей серии мы получим ребенка нашего отличного в следующей серии мы получим нашего драгоценного ребенка, который нас будет защищать, и все. Он нас будет просто защищать. Ну вот, и все. Ну как-нибудь защитит, я не знаю.